Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Иди в пизду, это стрелки настоящие! Да лети ты уже куда-нибудь! Веселые приключения деда безмятежности в пространстве. Деткина сальтуха! Деткина веселуха. Это деткины остатки. Просто летают. Все в порядке. Давайте к следующему уровню перейдем. Езжай, говорю, езжай! Работает, ты посмотри. Эта хуйня работает. Ну-ка, съебались. Опа! Так. Езжай! Сука! На первую космическую сейчас... Давай! Блядь! Это обычное среднестатистическое воздушное такси! Попал турбулентность, бляха! Турбулентность! Спокойно! Финиш где? Колян, завяз, вы слышишь это? Колян, ну хватит, ну не смешно. Ты где-то там сидел, а пацаны-то вообще-то тут уже пиздец. Мы тут людей, блин, развлекали. Ну, понятно. Давай читай. В обезьяннике. Так, значит, смотри. В обезьяннике. Ну, блядь! Ну не смешно, говорит. На самом деле прикольно так. Я еще этой хуйтой, блядь, не занимался. Погодите, а я... Это, знаешь, это поговорка такая. Если в твоей жизни все хуево, посмотри на небо и очистись. Очисти свой разум. Можно секту, знаешь, организовать. Смотрящий и очищающийся. Open your mind, да. Open your mind. Clean your штаны, блядь. Clear your мозг. Да посрать, давай сунем. Да давай лучше нальем. Да нечего наливать-то. Да вот, смотри, что-то взорвалось. Так, значит, смотрите, я вылетаю. Да, вылетай. Все, я вылетел. Давай, вылетел. Бля, в какую сторону лететь? Лети к нам, Леха. Заебись. Постоянно бежать, быть в напряжении, щемить. Я почти не испугался. Мозги, это мозги, чьи-то мозги. Еще пару сотен уровней в этой игре, это будут мои мозги. Если бы она хотела, она бы догнала, серьезно, ну а что тут, как это посредственно... Ёпта, три пини за раз, вы чё, ребятки? Три пини за раз, как это плохо звучит, да? Три пини за раз. Если это в одно слово написать, три пини за раз, то получится буквально мат. Но мы же с вами не ругаемся, мы же с вами, ух, ибо, культурные люди. Хорошее слово, и никто не догадается, что оно значит. Это можно прям на уроки, я не знаю, выходить, говорить, что однажды один три пини за раз изобрел такой-то закон. И все. По ремню жопой, родителей в школу. А ведь училка-то и не поймет, что три пини за раз — это совершенно не то, о чем она подумала. И ее в этом можно будет обвинить, сказать: «Ай-яй-яй, Марья Ивановна, ай-яй-яй, какой ж вы ебаный рот быдло! Как же вы так могли подумать? Ведь три пини за раз — это же три! Три, совершенно три разных отдельных слова!» Тогда она поймет свою ошибку, выпрыгнет в окошко, заплатит моральную компенсацию, доведет меня когда-нибудь уже до 500-й комнаты, и все будет замечательно. Не пройду, чувак, извини, но мне нужно срочно домой. У меня день рождения у 3-летней дочери, у 8-летнего сына. А ты хуй там орешь, как будто тебя распидорасило. А который режим самодельной ночи, который... Потому что желтый Фредди и смертельный экран, когда играли. Ах! Пацаны! Не интересно. Ой, а тут еще не все. Нихера себе. Давай. Нам не страшен колдоёб. На вертолете мы летим. Вертолет летим. Тихо. Про.
Какого хера-то, какого? Блять, сука! Сталина на вас нет, ёбаный в рот! Грядки, грядки, смотрите! Не топчи грядки-то, ёбаный в рот! Люди сажали, старались, ты бегаешь по грядкам. Suddenly the alarm started to ring, and I'll... Колян, отойди, дальше не вижу. And I'll... We ordered... Давай сожжём людей, Колян, и погреемся. Давай сожжём Коляна и погреемся. Ну ты меня видишь на горизонте.